Всем привет! Выписал с AliExpress еще одну вещь, которая должна как-то украсить мои беговые будни. Это вещь наушники, наушники беспроводные Bazeus WW11. Предыстория такова. Занимаюсь бегом, и чем дальше дистанция увеличивается и увеличивается. В данный момент у меня минимальная тренировка это 10 километров, это на низком темпе где-то 1:10. Ну и чтобы как-то скрасить досуг, слушаю музыку. Раньше пользовался наушниками, ну, вот такими, как видно, обычные к Samsung наушники, стандартные, хорошие, все, но при беге, ну, создаются определенные проблемы. То заденешь рукой этот ремень, то еще что-то. Ну и поэтому было принято решение купить наушники беспроводные. Как раз была очень хорошая скидка, акция какая-то. И за 20,65 долларов купил вот такую модель Bazeus WW11. Bluetooth наушники, водонепроницаемые, с поддержкой беспроводной зарядки. Но обо всем по порядку. Дошли наушники достаточно быстро. Коробка не помялась, ничего. Что у нас есть? Инструкция достаточно подробная, ну, более-менее подробная, на 6 языках, там английский, испанский, французский, основные европейские языки, там китайский, японский, но русского, конечно, нет. На этих же самых языках такая краткая инструкция, но есть картинки, есть интернет, все понятно. Что еще у нас идет в комплектации? В комплектации идет, мало того, что вот такие вот насадки на наушники, как-то они даже по-научному называются, я слышал, но идут они 4 размеров. Одни по умолчанию надеты на сами уже наушники. Вот они в коробке. И дополнительно у всех уши разные, как отпечатки пальцев, наверное, да. И вот, не знаю, видно, не видно, вот S размер, ну и размеры L, M, S и XS. Каждый подбирает себе по размеру. В коробке есть такой шнур с Type-C для зарядки этих наушников. Вот есть такое соединение, такое красноватое, розоватое. Ну и через Type-C подсоединяется и происходит зарядка. В характеристиках написано, не знаю, насколько это точно, что 10 минут быстрой зарядки хватает на 4 часа работы такой на низком заряде. Ну, не знаю, я не пробовал еще, несколько раз пробежался в наушниках этих. Вообще, говорят, время работы при воспроизведении непрерывном 4 часа. Но заряжается до полной зарядки 1 час. Это через провод, когда заряжается. Если на беспроводной зарядке, то заряжается 2 часа. Ну, настройки в телефоне быстро соединяются при первом включении этих наушников Bluetooth 5.0. И потом даже сразу при открытии наушников уже все происходит, соединение, слушаешь музыку, все прекрасно. Да, звук очень хороший, уже бегал я несколько тренировок в этих наушниках. Низы работают хорошо. Что еще интересно? Ну, стандартное сенсорное управление. Что мы имеем? Двойное нажатие. Два раза нажимаем и происходит, ну, включение, пауза при двойном нажатии, что на левый наушник, что на правый. Потом есть такая технология Siri, ну, голосовое управление, но оно для айфонов, у меня Samsung. Потом следующий трек, на левый наушник нажимаешь один раз и поддержать, и включается следующий трек. Если надо предыдущий, то же самое проделывается с правым. Нажимаешь, подержал и все. Если звонит телефон в процессе пробежки, тоже сенсорное управление. Двойное нажатие, опять же, ответить и отбить, ну и закончить звонок, что на левый, что на правый наушник. А если нажать и подержать, то просто отбиваешь этот звонок. Применяется технология IPX8 для того, чтобы при беге там под
если в дождь бежит, чтобы наушники не были повреждены от влаги. В программном обеспечении есть функции, можно устанавливать от потери там этого наушника, будет показывать на карте последнее место подключения, потом программное обеспечение, обновление программного обеспечения, настройка, можно, ну, настройка какая, там просто можно управлять, менять там правый, левый наушник, включение, выключение, пауза. Аппарат такой достаточно портативный, вот геометрические размеры этих наушников, именно самих наушников, 22,35 на 18,44 миллиметра. Ну, коробочка, скажем, ну, достаточно такая маленькая, но в то же время объемная, такая яйцеобразная, в кармане бегать, ну, когда куртка хорошо, летом в шортах, это будет летом, пока зима. Эта коробка сама по себе 33,85 на 70,4 миллиметра. Материал. Материал, как характеристики, как пишут, пластик и поликарбонат. Что еще не сказал про характеристики? На расстоянии, на открытом пространстве больше 10 метров может мобилка лежать, и наушники будут, ну, коннектиться, соединяться. Это ни в коем случае не обзор наушников, просто что вижу, то пою. Даже не знаю, до маленькие дистанции, да, и 10 километров я бегаю обычно, прислушиваюсь к организму. Быстрее ускориться, там, замедлиться, бежать. Но бывает, что если однообразная медленная тренировка, бегаю в наушниках. К недостаткам можно отнести, что если наушники, которые со шнуром выпадает наушник, и он болтается на шнуре, то здесь немножко другая история. Да, они хорошо сидят, но в то же время уже был у меня случай. Хорошо, сейчас зима, бегаю в капюшоне, остался в капюшоне он. И второй, ну, и достоинство, и недостаток, вот это сенсорное управление. Когда слушаешь музыку, зимой бежишь в капюшоне, бывает даже нажатие капюшона, и трек переключается на следующий. И может даже вот так 3-4 подряд вот взять и переключиться. Да, это не такой небольшой недостаток, когда слушаешь музыку. Но когда книгу, аудиокнигу люди слушают, там достаточно большие разделы, ну, наверное, не очень приятно перелистывать. Не знаю, возможно, отключается это сенсорное управление. Если кто знает, подскажите там. Но наушники есть, звучат очень хорошо, буду их использовать в беге, ну и может быть в дороге, там в самолете, еще где-нибудь, там в машине, когда ехать пассажирам, естественно. Пока меня не устраивают. Бегаем дальше. Бегаем для здоровья.